Привет, меня зовут Юля. На данный момент я работаю наемным сотрудником, занимаюсь продажей натурального камня. Пришла к Станиславу, потому что давно хотела попасть к нему на личную консультацию. Это была моя цель, потому что я Станислава знаю давно, и я следила за его развитием в интернете. Цель была обсудить с ним развитие своей собственной дизайн-студии. Обсуждали очень много всего. И на самом деле я получила ответы даже на те вопросы, которые сама себе не задавала. То есть вопросы возникли в процессе, вопросы важные, и я получила на них ответы. И на самом деле образовалось, помимо создания дизайн-студии, еще очень много различных вариантов реализации моей собственной. То есть в процессе разговора возникло несколько идей по созданию проектов. И на мой взгляд, как я уже поняла при личной встрече, я, в принципе, догадывалась об этом, структурированный мозг Станислава дает просто потрясающие результаты. Поэтому я приду на коучинг личный, который будет мне просто необходим впоследствии для реализации проектов. На консультацию стоит идти однозначно, не жалеть денег на это. И, в принципе, на обучение никогда денег жалеть нельзя, это факт. Стоит идти людям, которые, ну, в какой-то момент, имея идеи, страхи для их реализации, хотят раскрыть, возможно, в себе некие возможности, перспективы. Ну, то есть сейчас на этой встрече я раскрыла для себя, грубо говоря, это если так совсем коротко, поэтому я думаю, что однозначно стоит идти. Сейчас мне нужно будет проанализировать то, к чему мы пришли на встрече. Я выберу направление, то есть их было в процессе встречи, их образовалось, я уже говорила, несколько. Я выберу одно направление и приду на обучение к Станиславу, чтобы структурно уже подойти к этому вопросу. То, ну, наверное, все-таки в планах это скорее даже не дизайн-студия, может быть, да, а инвест-проекты, строительство под ключ, вот что-то вот в этой теме. От себя хочу поблагодарить за встречу, которая, ну, наверное, несет очень большую ценность для меня в момент, когда я стою, скажем так, на перепутье. Сейчас для меня очень важный вопрос, уйти ли мне с работы, получая стабильный доход, и начать свое, как я сделала когда-то, свое дело. И я получила сегодня этот ответ, за что очень благодарна. Спасибо.